В ротно-материально-техническом подразделении одной из ракетных частей вот уже 8-й месяц служит Максим. Сегодня он водитель на прокурорском участке, обеспечивает ремонт и эксплуатацию автомобиля. А после армии Максим уверен, что свяжет свою жизнь с МЧС. Хочу поступить на лейтенанта, чтобы быть начальником ПРО. Казалось, еще вчера Максим постигал азы морского дела в кадетской школе номер 9 и с успехом окончил лицей. На службу в армии ушел из заводских стен цеха номер 54, где трудился станочником. Служить пришлось недалеко от дома, где его ждут семья и любимая девушка. Домой? Не столько, как бы хочется. Бывает, что да, когда-то охота, а когда ты чем-то увлечен, чем-то работаешь, занят, то есть неохота. Ничего страшного в этом нет, что здесь один как-то, не знаю, привык уже. Армия меняет мировоззрение и характер мужчины. С этим утверждением Максим Косарев согласен. Он считает, что стойкость, выносливость и трудолюбие пригодятся ему и в личной жизни. Ведь главное для сегодняшнего солдата не просто стать отличным работником, но и надежным мужем и заботливым отцом. Стойким, надежным, крепким, который, не знаю, все пронесет. То есть не одного себя, а всю семью за собой.